Зима. За окном тихо падает снег. Погода создана для горячего чая, уютного пледа, красивых сказок и вот таких историй. Такая история могла произойти с каждым в преддверии Нового года. И она не преминула произойти у нас в станице, в нашем Доме культуры. Не знаю, не слышал. Надя, ты не спела Ипполиту? Не надо, не надо самодеятельности. Я нет, не люблю нет, музыку. Нет, не люблю. Нет. Не надо. Наденька, пожалуйста. Надя, нашу. Вагончик. Начнет выпытывать купе курящее про мое прошлое и настоящее. Навру с три короба, пусть удивляются, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, с кем распрощалась я, их не касается. Открой душу мне, матрос, в тельняшечке, как тяжело-то ему жить, бедняжечке. Зайдет на станции и не оглянется. Вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, вагончик тронется, перрон останется. На Тихорецкую состав отправится, вагончик тронется, перрон останется. Стена кирпичная, часы вокзальные, платочки белые, платочки белые.